Рыбки, доброе утро. Боже, я все проспала. Сейчас меня мама будет гонять, потому что мы должны ехать по делам. Ну, ходи быстрее. Быстрее забирайся. Ой, темно. Темнота. Короче, все, собираюсь, блядь. Так, сегодня одному парню красивому исполнилось 16 лет на секундочку, блядь. Такой красивый, блядь, что если бы мне было 16, я бы нахуй влюбилась бы, блядь. Так что, Дима, с днем рождения, тебя будь счастливый. Слушай маму, потому что мама у тебя охуенная. Ой, скажи, что красивая. Мама говорит, Настя, быстрее, быстрее. А я же должна быть красивая, смотри. Ой, ой, вот эти тени, рыбки, что вы меня все время спрашиваете. Я же постоянно рассказываю. Вот этот вот магазинчик про красу. Они стоят 3 копейки, ну реально, 70 гривен. И смотри, вообще не стираются. Я ногтем отдираю, блядь, смотри, отдираю ногтем. И, ну, пальцем, блядь. Видишь, ничего нет. Очень я их люблю. И тон у меня их, и что у меня еще их. И вот это брови. Опять, смотри, блин, дождь ебаный. Блин. Так ходи, как идиот теперь с этим, слышишь, в колпаке, блядь. Ага. У меня же так мало кофточек каких-то с капюшонами, знаешь, чтобы так одеть и красивая ходить. Нихуя, блядь. Сука. Смотри, какая машина чистая. Боже, я даже забыла, когда такая чистая была, смотри. Бесплатный сервис. Смотри, рыбки, мой любимый... Вернись. Мой любимый предмет гардероба теперь. Кажется, что жирная нога. Ты видишь, когда сидишь в магазине? В магазине, я говорю, сидишь, в машине сидишь. Кажется, что жирная. Но она не жирная. Будет скоро такая худая, что пиздец. Блядь, стала на пешеходном переходе. Что негде стать, ты понимаешь? Ну, нету места, блядь. Просто хоть на голову себе пхай, блядь. Не дай боже, сейчас подойдут ко мне, доебутся, да? Скажут, ах ты проститутка. А ну пошла вон отсюда, не? Слышишь? Надо парковки строить у нас в городе, блядь, а не мосты стеклянные. Кому он нахуй встрался тут мост? Вот честно, вам кому-то надо тут мост сильно? Ну красиво, ну и хуй. А еще можно было бы дырки позамазывать на дорогах, понимаешь? Вот центр города, а тут... Не, они замазали дырку, пошел бугор, понимаешь? Что же это нормально сделать? Заново, красиво, не? Нет, блядь, надо мост. Стеклянный, сука, что ты... А мне, знаешь, что проблема, что позакрывали эти, блядь, ну, заведения, что я никуда поссать не могу сбегать, понимаешь? Так было классно, заходишь в какое-то, знаешь, хорошее заведение поссать. Потому что я все время хочу ссать, как выйду, что много пиводы, что худею, понимаешь, всю жизнь, блядь. Сука, сейчас придется в новости засраном ссать. Вообще неприятно. Пишу, я сегодня буду жрать, блядь, или завтра, не знаю, как Мила скажет, когда можно... Смотри, какие пидорасты. Ах, тыщ. Боже, как я их люблю, это вообще. И сыр мой любимый. Ой, я мне чем вонючий, тем мне вкуснее, блядь. Кто мне сейчас скажет, что сыр нельзя на диете, тот вкусный. О, что воняет, блядь. Так это на вашей хуёвой нельзя диете, а на моей охуенной милиной можно все. Нет, это ненормально, потому что это психология раба какого-то. Почему ты думаешь, что он вообще тебе может что-то запретить? Ну честно, если бы мне кто-то сказал, я тебе запрещаю. Я бы так смеялась, нахуй, честно. Я бы аж плакала бы от смеха. Ну кто тебе может что запретить? Уже другой мир, блядь, ты же не... Я вообще считаю, что вот этим мужчинам, что, знаешь, пытаются что-то запретить, что-то там вот это, блядь. Надо ему не девушку завести, а собачку, блядь. Вот пусть он ее учит сидеть, лежать, стоять, блядь, блядь. И то пса жалко, блядь, потому что это ж... Тиран такой, что... Спасибо большое, спасибо, рыбка. Я сегодня опять без настроения такая, знаешь? Не знал, что это все раздражает. Смотри, мама накупила. Смотри, что я купила там. Я купила креветочки полезные, а мама одни чипсы. Смотри, одни чипсы у нее. Знаешь, абсолютно нет. А знаешь почему? Потому что у меня столько гиалуронки врыли, блядь, что я вообще ничего не замечаю, понимаешь? У меня она настолько увлажненное рыло все время, что как бы мне не страшно, даже я не знаю, что. Запрети ему брить рыло и носить штаны, блядь, шорты, не? А не носит, блядь, а чего? Он тебя запрещает? Вообще какие-то ненормальные, что? Как вы в каком-то каменном веке живете? Слышь, парень запрещает красить и юбки носить, блядь. Это я когда вижу жрачку, смотри. Смотри. Смотри, когда подсаживается жопой. I'm losing it. Ну танцуй. Ну? Ну, другими словами, это значит, любимая, я буду чпокать других баб. Будут мне чмоки-чмоки делать, понимаешь? Вот. А ты будешь дома сидеть, готовить жрать, стирать носки, воспитывать детей, если они есть там у вас. Начнем с того, что Тодоренко сама не поняла, что она пизданула, блядь, понимаешь?
Вот. А во-вторых, что, знаешь как, что так как затравили ее, блядь, наше демократическое общество в жопу, блядь. Понимаешь, так это хуже домашнего насилия, нахуй. Эта схема рассчитана на лоха, понимаешь? Он такой, оп, если я там уже ебался, значит, мне там еще раз дадут, причем бесплатно. Так я пришел, возьми меня. Все, понимаешь? И многие на это ведутся. У меня тоже такие бывшие были.